Масштабная реконструкция строительства дорог теперь началось между поселками. Вилледж и Факел соединит современная транспортная артерия. Есть ли перспективы у закона об Арктике и насколько он важен для нашего субъекта? Игорь Кошин принял участие в заседании Арктической госкомиссии. Время новостей на телеканале «Север», в студии Ирина Цепетова. Как все уже успели заметить, в Нарьян-Маре и поселке Искатели серьезно взялись за одну из вечных проблем, а именно за дороги. На участке, который соединяет поселки Факел и Вилледж, начали шурфить. Так называется этап работы по строительству новой дороги. В течение месяца бригады Доремстроя уложили песок, щебень и бордюрный камень. Укладку асфальта планируют начать после подготовительных работ. В перспективе по новой дороге сможет курсировать рейсовый автобус по маршруту Искатели, Факел, Вилледж, Искатели. Подробности расскажет Олег Хатанзейский. Бригада из 7 человек при наличии 5 единиц техники работает только днем. Процесс укладки дороги шумный. И несмотря на то, что уже лежит щебень и бордюрный камень, специалисты Доремстроя заняты окапыванием. Работы связаны с тем, что в земле проложены коммуникации. И для того, чтобы это все не порвать, нужно обязательно шурфить. То есть нужно откапывать те места, где мы должны, предполагаем, есть кабель, связь. Ну и прочее. Большинство строителей – люди приезжие. Их девиз – не только сделать дорогу, но и не ударить лицом в грязь. Олег Сухарев, руководитель отдельной бригады, строит дороги уже 15 лет. Работал под Петербургом, Москвой и на Дальнем Востоке. Участок между Факелом и Вилладжем уже знает наизусть. В планах этого года улица Летняя – 450 метров и переулок Газовиков – 840 метров. В итоге должна получиться современная транспортная артерия с пешеходными переходами и тротуарами. Правда, не везде. На Газовиков мешают огороды, через которые по плану будет проходить дорога. Это нужно решать с администрацией, чтобы эти огороды сносить. Но мы самостоятельно, конечно, без решения администрации сносить огороды не будем. После запуска новой дороги между Факелом и Вилладжем первоочередной задачей станет укрепление дамбы возле нефтебазы. Это позволит запустить рейсовый автобус по маршруту Искателей, Факел, Вилладж, Искателей. Однако на этот год уже не планируют. Поселковым властям не удается решить финансовый вопрос. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Развитие транспортной инфраструктуры окружного центра и других не менее важных инфраструктурных проектах говорили на заседании Президиума Арктической госкомиссии. Участие в ней принял глава региона Игорь Кошин. Встреча прошла под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина. Он особо отметил взаимодействие госкомиссии с Советом Федерации, в рамках которого сейчас готовится законопроект об Арктической зоне Российской Федерации. Представители Минэкономразвития отчитались о ходе выполнения стратегии развития Арктической зоны до 2020 года, а также представили предложения по мерам господдержки и стимулированию предпринимателей в Арктике и по привлечению в Арктику трудовых ресурсов. С докладами на госкомиссии выступили представители Минтранса, Минэнерго и Минтруда. Погода не внесла коррективы. На Куе прошел традиционный ежегодный турнир по рыбной ловле. Наполнить ранец по полной. В регионе стартовала акция «Помоги собраться в школу». Подарить необходимые канцтовары ученикам может каждый. Зачетная рыбалка. Мненицкий округ «День рыбака» отметил большим турниром. У кого самый большой улов? В материале выпуска. 1 килограмм 990 граммов. Именно столько весил самый большой улов одного из призеров ежегодного турнира по рыбной ловле. Он традиционно прошел на Куе в районе озера Харитоновка. Впрочем, как признались сами участники, для них был важен сам процесс, а соревнования и номинации – это уже дело второе. Завоевывать призовые места в номинациях участники турнира начали уже через 3 минуты после старта. Первый трофей достался Кульнуру Ахтарову – опытный рыбак с удочкой в руках 6 лет. Да и здесь, на Куе, в районе Харитоновки, рыбачат каждые выходные. Но никаких секретов в рыбалке, по мнению Кульнура, нет. Везение, наверное, такое, или удача, не знаю. То есть, в принципе, повезти может любому? Да, конечно. Все одинаковые здесь. Всего же участниками турнира стали более 30 рыболовов-любителей. В течение 3,5 часов они усердно насаживали приманку и ждали победного клева. И даже прохладная погода и мелкий капризный дождь не заставил никого покинуть кромку берега. Ведь приехали сюда отдохнуть душой, целыми семьями и компаниями с группой поддержки и поодиночке. Услышали объявление по радио, решили съездить всей семьей. Нас тут 4, все 4 зарегистрировались. Но пока 3 рыбки на 4. Как заверил главный судья турнира Юрий Спарыхин, заядлый рыбак, 3 штучки – это вполне хороший улов для такой погоды, которая к хорошему клеву никак не располагает. Низкое атмосферное давление сказывается на рыбе, она начинает вести себя менее активно. И что можно сказать?
Люди приехали ведь сюда ведь не только за призами победить, а просто пообщаться, повеселиться, поотдыхать на природе, подышать свежим воздухом. Я думаю, все нормально, хорошо. Но, несмотря на все козни погоды, конкурс состоялся. Все, что смогли, участники поймали. Добрую половину золота единолично забрала себе семья Сергея и Татьяны Шаповых. Ирина Цепетова, Сергей Качиков, телеканал «Север». Детям в трудной жизненной ситуации решили помочь в комплексном центре социального обслуживания. Там дали старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Она продлится с 13 июля по 31 августа. Цель акции – помочь ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание будет уделено детям, чьи родители безработные или находятся в социально опасном положении. Основная задача – собрать к новому учебному году все, что необходимо в школьном портфеле – ручки, карандаши, в том числе цветные, фломастеры, тетради, альбомы, линейки и ножницы. Все должно быть новым, говорят организаторы, и отмечают, из года в год количество неравнодушных людей различное. Например, если в 2013 году у нас получили 100 наборов детишки, то в 2014 году у нас получилось 25. То есть всегда по-разному. Принять участие в акции могут не только рядовые жители округа, но и предприятия и организации. Канцелярские товары принимаются по адресу: город Нарьян-Мар, улица Рабочая, дом 18, кабинет номер 3. Телефон для справок 4-21-80. Также можно принести одежду, обувь, портфель. Только все должно быть в хорошем состоянии, либо новое. Напомню, акция уже стартовала и продлится до 31 августа. Все собранные школьные принадлежности и вещи будут переданы нуждающимся детям. МИР – так будет называться банковская карта российского образца, на которую мы с вами перейдем с MasterCard и Visa уже в 2016 году. Строгие санитарные правила теперь уже в прошлом. В Нарьян-Маре официально сняли карантин по бешенству. Президент России Владимир Путин признал ненормальной ситуацию, когда Visa и MasterCard обслуживают 97% клиентов внутри страны. В этом году Россия должна полностью перейти на пластик, собственные банковские карты вместо карт иностранных систем. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммитов БРИКС и ШОС. По словам Владимира Путина, свою платежную систему надо развивать не только на территории страны, но и выводить за границу. В качестве примера он привел Японию и Китай, в которых созданы внутренние национальные платежные системы. В нашей стране, уверен президент, карты будут продвигаться стопроцентно, поскольку российский рынок достаточно большой. Сейчас в России создано акционерное общество «Национальная система платежных карт», 100% акций которого принадлежит Банку России. Выпуск карт этой системы под маркой «МИР» планируется на декабрь 2015 года, а в следующем году эмиссия станет массовой. Карты «МИР» будут связаны и с другими платежными системами, что обеспечит их хождение по всему миру. В Нарьян-Маре сняли карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора округа Сергей Ружников. Специалисты выполнили все мероприятия по ликвидации очагов бешенства животных и предупреждению новых случаев болезни. Кроме того, прошло уже 2 месяца со дня последнего случая заболевания животных. Напомню, карантин был введен в Нарьян-Маре 23 января и дважды продлевался в связи с выявлением новых случаев заболеваний. Это были новости от наших корреспондентов. Далее прогноз погоды.